Ну что, хотел бы я вам показать, как все начиналось, как все было круто. Так, мне надо реплейс, точнее. Так, моди. Вот, клубов, моди. Вот, это сегодняшний, да. Начали мы с Lost World. Так. Сейчас. В общем-то, мы начали с Lost World. Все было нормально. Как бы контроль при мне... Ай-яй-яй-яй-яй. А вот это не надо было мне делать. Окей, сейчас, сик. Еще раз. Prepare to fight. В общем-то, чувак опоздал на 20 минут. Окей, я... не против был. Мы раскидались по картам, все. И у нас возник вопрос. А на каких серваках мы будем играть? Чувак предложил шведский. Я свой СПБ, Санкт-Петербург. Во-первых, в Питере у нас всего лишь разница была в 10 пинг, больше, конечно же, в моде. У меня был 50, там, 52, ну, 50, короче. У чувака 62. В общем-то, начало просто у меня было... Ну, вот вы сами видите, все классно было. Все было классно, все было круто. Что дальше? А дальше вот что. В общем-то, мы выиграем, все нормально. Ну, я побыстрее все сделаю, вот. Ну тут я его добиваю. Книгу забираю, все нормально. Я не буду показывать первые две игры, как минимум, и четвертую не буду. А вот третью и пятую я буду особенно смотреть. Почему, увидите. Все нормально, 4-0, тащу. Все нормально, прям вообще круто, все. Good. Я его тут давлю, как не могу. Попал еще отлично, ракета. Ну все, забираю, все. Чувака вообще шансов не было. 5-0 уже. Третья минута, уже 5-0. Естественно, я все контролю, все понимаю. Парень вообще не играл эту карту вообще почти ни разу. Я все понимаю, где он, возможно, будет. Все понимал. Вот он вышел с шафта. Вот тут я немножко ошибся. Я отдал красный, но забрал мегу. И вот вы слышали, джампад был. Это у нас, оказывается, Зазелзе был. Я тут его вообще... Вот, у нас тут залагало. Единственный лаг был. Единственный лаг. Все как бы нормально, все хорошо. Все отлично. Lost World отлично играл, вообще все. Мне понравилось. Я мог, как, тащил как мог. Да, были вот такие моменты, где я мог и проиграть. Но сообразил и понимал, что да как. Все, 7-1, все. Это ГГ. Все, мы пикаем следующую карту. У нас Dismemberment. Как бы, пики у нас такие были.
Пики у нас такие были. У меня, значит, Lost World, у парня Dismemberment. Я беру Т7, и он берет Cure. Вычеркиваю я Т4, и он вычеркивает Aira. И остается у нас Sinister, последней карты. Ну что? Тут вообще просто я его разнес машинганом, забрав мегу, и быстренько бежал за красный. Успел, забрал все. Отлично. Просто круто было. Просто вот все, что надо было, я сделал. Ну вот попадает парень свой рейлган первый и ну еще второй. И вот тут уже, блин, тяжелее стало, намного тяжелее. Естественно, я не знал, во сколько красных. Ну, не, знал примерно, но не считал. Тут мне реально повезло, я еле-еле ушел от него. Я не знал, куда идти, у меня хп было мало. 5 хп, вообще не знал. Есть. Хоть что-то взял уже, отлично, все, пошел. Забрал 50 хитовый, отлично. Все круто. Да, и тут отдаю все-таки. Красненький. Успел, забрал. Вот это у меня не подвело. И я его убиваю. Вот это самое отличное. Быстренько пошел на Омегу. И, блин, не запрыгнул до опять рейлгана. И опять чувак на рейлгане, блин. И тут встречи. Тут мне везет опять. Просто повезло, реально. Чувак сам себя убил. Опять мы забираем. Мегу. Вот она, мега. Успеваю, прям вот реально мне повезло. Тут я буду ошиваться, естественно, на желтом. Буду постоянно ждать его, забирать. Как бы все нормально, все отлично. Тут было очень тяжело. У меня вообще просто... Именно на вот этой карте все нормально было. Хоть я и вздыхал там. В самом конце я вздохнул так, блин, что я уж подумал, блин. Неужели все это ГГ будет? Неужели это так легко будет? Нет. А вот увидите почему. Что случится. Как бы ZLZ меня предупреждал, что парень хорошо играет. Окей. Ну, я и сам понимал это, естественно. Я его убиваю, все нормально. При том, что это его карта. Это его карта, не моя. Самый прикол в чем? Это его карта, не моя. Все нормально происходит. Так, секунду. Я ошибаюсь тут. Так. Все, я ошибаюсь на желтом. Ухожу наоборот. Иду на красный. Услышал. Попал рейлган. Отлично уже. Еще один рейлган и красненький надо было забрать. Я, естественно, его забираю. Чувак оступился. Не захотел. У меня преимущество 4 фрага. Все отлично. Вообще, для меня все классно идет. Все круто. ZLZ понимает, что скорее всего я это уже не отдам.
Я понимаю, как ее играть, все вообще. Напомню, что ZDLZ вообще проиграл парню 3-0. Все три карты. А вот у нас тут все произошло не так, как хотелось мне. А как мне хотелось? 3-0 и все. Да, тут я умру сейчас. А нет, я не умру. Вот, вот тут вообще парень прогадался, жесть как. И опять. И мегу сейчас. А нет, мегу он не просрет, да. Она нас чуть-чуть пролагала здесь. Вот отличные пинги, 51-61. Нет, ну мы договорились уже чуваком, окей, ладно. Давай, на двух картах, на моих и на этих. Ну блин. По мне, это нормально, пинги. Все отлично. Парень пишет хайпинг. Типа, давай менять. Я согласился, что еще делать? Чувак не хочет. При том, что когда я играл на его серве, на Швеции, у него было 30, а у меня 55. Ну, ну так и было. Ну, то есть в 30-ку почти. Тут мне вообще повезло и все. Все отлично, все, вот видите, окей, follow me. Что дальше происходит? Мы переходим на Т7, на мою карту, на мою. И тут произойдет то, чего я не хотел вообще. Вот вообще не хотел. Я просто этого не хотел. Как бы все, нормально, окей. Я понимаю, где он, чё. Так, давай чуть побыстрее, вот так вот. Понимаю, хоу. Я понимаю, что чудо как здесь сейчас будет. Попадаю, рейлган. Тут я вообще занервничал очень сильно. Очень сильно я занервничал. Реально. Так, чуть-чуть, вот так. Я понимал, что он здесь, да. Поэтому я и пошел желтый, ждал, ждал, ждал. В итоге я, по-моему, дождался. Нет, я не дождался. Мне пришлось уходить. Я его шафтил. А, кстати, я его тут дошафтил. Или нет? Я не помню. По-моему, я его не убиваю. Да. Я вспомнил. Самое обидное. Блин, не показывает. А вон 44 шафта. 44, чувак, у меня 44 шафта. 60 пинг против 35. 61 пинг против 35. Я его все, я убиваю, отлично, круто вообще все было. Все, норм. 2-1. Сейчас камбэк будет. Я это уже почувствовал, вот, все. Я его почувствовал, что камбэк, отлично. И красный у меня, все, круто, 2-2. Еще играть 8 минут. Еще поймал. Это вообще уже круто было. Все, 3-2. А что еще мне? За 2 минуты 3-2. 5 фрагов мы сделали. Это вообще... То есть, каждый фраг где-то по 25 секунд... Не, не по 20, ну, блин. По 27 секунд где-то был. Даже 6 фрагов где-то вот 15 секунд, блин. Ну, блин, это жесть. Мы слишком жестко играли. Никто ничего не хотел отдавать, вообще никто ничего не хотел. И я это понимал. Четыре два, чуваки. Вот представьте, 4-2. Вы понимаете, что вы выигрываете? Надо что сделать? А вот что.
Да, чувак за мной побежит, все. Я это все понимаю. Ебать, как мне вот здесь повезло, реально. Мне здесь очень много везде, где везло. И попал я Рейл. И все отлично. Ну блин, вообще классно. Вот тут я не услышал, если честно. Все, понимаю, и он понял, где я. Я начал уходить, не понимал, что, как. У меня просто вот на 5-6, нет, на 4-5 карте у меня просто мозг уже взорвался почти что. Я уже не мог думать, реально не мог. У меня настолько давление перло, я просто не понимал, что да как, что происходит. Здесь все я нормально делал, все. Все, пошел, красный. Красный забрал. Я блин, еще так тупые немножко делал ошибки. Тут надо было уходить, я и ушел. Что я сделал? Попал Рейл. Все, отлично, блин, ну круто, классно. Ну что дальше? Сейчас помедленнее буду. Как надо. Ага, услышал. Попал Рейлган. Отлично. Все. Как бы, блин. Я его убиваю. 5-2. 5 минут? За 5 минут рефрага можно сделать. И что у нас происходит? Вот дальше и увидим. Вот тут и, по-моему, переломный момент. И начнется скоро. Да не, точнее, не скоро, а уже сейчас. Вот он. Вот он. Я чувака должен там уже убивать. Реально, я должен был убивать, я понимал это. Зашел. Чувак, зашел. Залзе. А тут я отдаю. И это моя ошибка первая. Я отдал мегу. Это для меня было очень все плохо уже. Да, здесь я немножко его побил. Немножко совсем. Там вообще мало. Что дальше? Я не понимал уже, я реально услышал и быстренько уходить надо было. Я вообще уже... Я осмыслить не мог нормально. И тут он меня поймал. Я это понимал уже, я понимал это. И чувак меня не попадет, кстати. Мне повезло. 4 минуты за 3 фрага всего лишь. Как бы стек есть хоть какой-то. Есть, есть. Что я делаю? Иду на красный. Ожидаю. Понимаю, он идет за мной. Надо уходить. Он меня может поймать, я это понимаю. Опять сел на то же место, он меня не увидел. Я быстренько уходить. Увидел его. Стреляюсь. Опять на то же место. Чувак понимает, где я могу. И тут он меня поймал. Я это понимал уже. Хоть я и прошафтился так немножко нормально, но а толку. И тут, можно сказать, переломный момент и настал. Два фрага. Два фрага. Мне нужен был Рейлган. 100%. Ну что я сделал? Я и хотел за Рейлгана взять его, я и взял. Но мне надо уходить. Мне надо искать место, где можно было что-нибудь еще взять. И я это понял. Я услышал его. Я забрал в итоге. Но тут он меня опять поймал. Тут он меня опять поймал. Почти. Или поймал, я не помню. Нет, он меня поймал здесь, да. Здесь он просто великолепно все сделал, и я здесь затупился уже, все, я понимал. И тут я уже тупо просто отдался. Это реально было тупо. Тут у меня уже просто эмоции пошли. Я... Вот, я даже просто ошибся. Джам... сделал прыжок неправильный, все.
Я вот почти зашавчиваю, вот понимаете? И этот момент у меня просто сгорел. Я сгорел. Я не понимал, как? Я ж его додавил уже, все. Блять, какого хера? Я не понимал. Какого хуя ты не умер, блять? Сколько у тебя осталось хп? Я не понимал этого, просто не понимал. Просто охеревал, и все. Что дальше? 6-5. Остается 55 секунд. Блин, я не понял, куда он упал. Но потом я понял, блин. Теперь мне надо восстанавливать как-нибудь стэк. И тут он мне просто влепляет ебаную эту странную ракету. В итоге я вообще ничего не попал. Я вообще ничего не попал. Я ждал эту мигу, дождался, все. 30 секунд. Стэк какой-то есть хотя бы. Есть что-то. А толк? Что происходит? Чувак просто уходит от меня. Я начинаю забирать красный. И тут я его, блин, ну должен поймать, все. Но нет, чувак. Вот тут я неправильно сделал. И он выигрывает меня из-за того, что я неправильно сделал то, чего надо было. А если точнее, надо было идти на шафт и поймать его уже. Но я не поймал и проиграл эту карту. Следующее. Счет у нас 2-1. В мою пользу. Четвертая карта у нас Кьюр. Я так думал. Блин. Ладно. Проиграл ты 7. Окей. У меня в запасе еще 2 карты. Мои хорошие карты, которые я играл постоянно. Я любил их. Вообще. И что в итоге? Смотрим. У меня просто опять такая же хрень постоянная. Блин, на рейл когда. Постоянно вот такая херня. Блять, успокоился еле-еле. Тут он попадает в меня опять, это ракету минус 100. Но сам же тоже хорошо попадает. И тут, блин, мне залетает в жбан. Как надо, блять. Вот отлично. Жбан прям занесло. Что дальше происходит? Попадает рейлган. И тут, ну я понимал, что он либо придет ко мне, либо нет. И скорее всего, либо я умираю, либо я его как-то коцаю сильно и умираю, либо убиваю даже. Я остаюсь очень с малым хп. Получилось так, что я его потом коцнул совсем мало и все. Тут вообще все пошло уже. Пошло. Вот так. Ну, раз. Умер. Дальше пошел. Я повторюсь, я застряться на этой карте не буду, потому что я просто охерел. Парень просто все контролирует. Я ничего не понимал уже. Я просто охеревал. Блять. Как бы я и понимал, где он, чё, но я ничего не мог сделать. Вообще ничего. Еще и вот это падение. Я просто боялся его уже. Я ничего не понимал. Тут я угадал, ну а толку? Он меня убивает уже. 5-0. Что делать? Тут меня убивает, и я уже начинаю понимать, что скорее всего я эту карту уже отдаю, и счет будет 2-2. Я уже понимал это, когда при счете 6-0, блин, и 7 минут еще, и, блять. Если я сейчас не соберу какой-нибудь стак, то все. Ну, стэк, точнее. 100 на 100, а толк? У чувака там 200 на 100, скорее всего. Я не знал даже. Я дождался этой красной, и вот тут уже выпад был. Я не знал, во сколько это мега. И вот сейчас вот эта и встреча будет. Вот 8 хп, я уже понимал, все. 7-0. Стека нет опять.
Парень все вообще контролирует. Я убегал, я не понимал, что да как. Что-то забирал. И вообще. Вы посмотрите на меня, я потерянный. Я вообще не знаю, куда бегать, прыгать. Вы вообще не понимал. Все, попал. Рейлган. И толк. Я вот тут зашавчиваю, понимаете? Этот момент, это вообще был классный момент, в котором я его прошафтил. Это было реально круто. Вау, вот это красиво было, конечно. И вот он тот момент, который поставил и точку. Я падаю и умираю. Я понимаю, что все. Скорее всего, это все. Потому что 7 фрагов за 5 минут, ну, уже не сделаешь. При том, что даже если у тебя будет контроль, это самая красивая карта, в которой я играл. Потому что тут... Я тут... удивлялся, я мог крысить примерно 8 минут, и счет был 1-0 в мою пользу. Такое бывало. Ну тут я уже все, я понимал. И самое то, что я не хотел видеть в своей жизни, это вот так вот проиграть Синистер. При счете 2-0 я выиграл 2-0. Я мог выиграть Т7, я проиграл ее. Я ошибся. Ошибся очень сильно в последнем моменте. Я мог сделать равный счет и уже играть в овертайме. Ну что ж, смотрим Синистер. Как бы Синистер был вообще напряженный, я не понимал, что да как, но... Вот видите, я услышал что да как, я понимал. Мне нужен был рейлган, я его вязал. И пошел быстренько. Я понимал, что он через шафт идет. Все, я услышал. Все, и он начал стоять. И тут шафт на шафт. И тут я его просто перешарчиваю. Ну просто перешарчиваю. Вы видите сами. У меня 5 хп остается. И у меня даже не видно вообще ничего. Охренеть. Круто. Блин, я лучше представлю еще раз. Что за хрень был? Я не тот. Нет, это не тот был. Сейчас моли. Парень стоял на меня со счетом 3-1. Так, по-быстренькому сейчас. Так, здесь было все. Так. Все. Присмотрим. Хрен с ним. Не хочет показать. Но у меня там шафт был офигенно, где-то 40. Понимаете? У нас был пинг 35 на 60. Бы что происходит дальше? Я подумал, что, блядь? Он меня убил ёбаным рейлганом. 2 раза попал и все. Я не понимал, что происходит вообще. Чуваки, у меня здесь зашкаливало давление. У меня просто, у меня кипел мозг уже, у меня горячим он был даже. У меня кипел мозг, я не понимал, что происходит. Здесь я его реально не дошафтил. Я ни хрена не понял, как. Какого хера я его не дошафтил? Я не понимал. 2-1, окей. Тут я его убиваю. Опять 2 хп. Опять 2 хп. У меня было сначала 5 хп, теперь 2 хп. Тут вообще, блин, ну это тупо. У меня тупо сзади убил. И что опять происходит? Я хочу уйти. Что происходит? А вот смотрите, что происходит. Я просто... Мне надо было убегать куда-нибудь, зачем-то. И тут парень оказывается на красном. При том, что я думал, он будет на ёбаном миге и на желтом. В итоге что? В итоге мы проигрываем уже 5-2. 3 фрага мы проиграли? 3. Вот мы видим его. Стоять.
Он прыгнул. Ебать, я дурак. Ой, дурак. Что я сделал? Не, ну, блин. Все-таки, как бы, и смысл был все-таки уходить. Потому что у парня был стек в любом случае. Я это понимал. Мне нужен был шафт, потому что шафт это моя сам... Вот. Вот смотрите на пинг. 33-58. Ну, 35-57 стало чуть лучше у меня. Окей. При том, что на Санкт-Петербурге у нас были пинги 51-61. У парня было 61, у меня 51. Я с 50... Вот так вот сражался. Вот так вот я сражался. Понимаете, при счете 7-2? Я понимал. Неужели я проиграл? Все, я уже... Вот это меня вообще убивало. Я уже думал, ну все, жесть. Но тут произошло то, чего я хотел и ожидал. А вот что. Чувак начинает просто уходить. И тут я его додавливаю. И вы смотрите. У меня шаф 39, у парня 34. При том, что у парня 35 пинг, блядь. 35, у меня 58. И я его, блядь, зашапчиваю. Чувак пишет, Strong LG у тебя. Блядь, чувак, у тебя аим хороший. Ну, сука, он плюс бэчил. Он плюс бэчил эти две игры, ёбаные игры. Т7 и Синистр. Которые я, блядь, должен был выигрывать. Он, сука, просто контролил и... Ну, это меня просто убивало. Окей, 7-4. Здесь я уже порадовался. Я уже буду думать, все, камбэк. Я так и сказал. Камбэк, блядь, все, он. Отлично. Он понимал, и я понимал, где он. Он ушел, все-таки. И я пошел на красный. А он, оказывается, ушел через низ туда. И вот мы встречаемся. Релган на релган, естественно. Попадаю, и он уходит. А, нет, он не уходит, он забирает. Тут я его все-таки дошавчиваю. Опять же, дошавчиваю. 7-5. За 5 минут изи 2 фрага. Можно сделать. Ну, сука, такая крыса, ебаная. Я просто не понял этот момент, когда он сделал рокет-джамп. Ну, я понял, что он сделал рокет-джамп. Ну, куда? И тут, блядь, он попадает опять. Он опять попадает у меня 50... На 50 хп где-то, к примеру. Окей. Что дальше? А дальше вот что. Блять. Просто. Все божественно, все круто. Понимаете, этот рез вообще крутейший был. Я затупил, реально затупил в этом моменте. Я затупил. И что происходит? Чувак просто там стоит и все. 7-6. Чувак понял, что я ушел и все. Окей. Я понимал, что либо он будет на красном, либо на желтом на этом. Но его не было. И услышал, что он пошел на красный. Я быстро пошел на красный. Но тут я вижу, что он уходит. Делаю релган. И жду. Жду, выжидаю. Забираю. Я просто вхожу, понимаю, где он. Пошел. Я услышал, все, я понял, где он. Я его встретил. Все, надо додавить. Ну он успевает уйти, сука. Он успевает уйти, забрать мигу. И в итоге у меня нет вообще ничего сейчас. Вообще ничего. У меня просто 100 на 0. У меня 100 на 0 и все. Чувак, у меня 100 на 0. Окей, я пойду забираю себе... Два желтых и там шардинки, у него красные. Он попадает релган меня. Эти релганы. Сколько у него? 60%. 9 из 15. У меня просто 0. И он меня убивает. У меня убивает. Что дальше? Мне надо уходить. Чувак мажет. Мне это везло. Мне повезло. 52 хотя бы.
13 из 25, блин, чувак, ну это такая жесть. И опять он, опять на том же месте. Тут я его очень хорошо, сильно добиваю. У чувака мало хп, я это понимаю, все. И надо идти на красный, надо идти, это я понял. И тут он попадает, я уже все. Что, 10-6, я уже понимаю, неужели это все, это ГГ. Это уже, я уже начал нервничать сильно. Тут надежда пришла. Я попадаю. Две ракеты отличные, добиваю его вообще. Тут сейчас красный. И шаф. Я его увидел, все понимаю. Все я понимаю. Но я не пошел на красный, я его начал искать. Начал его искать. В итоге я все равно забираю красный. И все-таки услышал, где он. И он опять уходит так же, как и уходил раньше. И я его нахожу. У меня остается 15 хп. Я забираю мигу. И вот этот момент я хочу замедленно посмотреть. Очень замедленно. Очень. Чувак просто уходит. Я его убиваю. 10-9. 30 секунд у меня остается. Я забираю красный. Забираю аптечки. Я его услышал здесь. Я его услышал. Но я не стал его давить. Я не стал его давить, потому что он меня просто мог заплюсбэчить и все. Это был БГГ. Я пошел за желтым, думал, желтый есть, но нет. И вот она последняя встреча. И вот она последняя встреча. Где он меня убивает? И все. Минус 30 баксов. Тут я просто уже психанул, я вот что сделал в итоге. В итоге теперь они не раскладываются. Вот и все. Минус 30 баксов. Конечно, возможно, еще типа мне сказали, мне сказал администратор, что возможно за третье место будет $10. Вот. Но после этого я просто... Просто, блядь. Просто слов нет.